Банде Гуру Пададандам Бхакта Бинда Саманнитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Си Нанда Нанданам Банде Радхика Чарана Дайам Гопи Джану Самаюктам Бинда Ванам Манухаре Ванша Калпатару Ашчаки Пасинду Бевача Патитанам Павуне Бхавайшна Бибхьо Намо Намаха Мукам Кароти Бачалам Пангум Лангхайти Гирим Ятки Патам Аханга Банде Парамананда Мадавам Бриндавай Тулсидеп Вайпиявай Кесава Сача Шнавакти паде деви саттваттвай намо намаха Нараяна намаскритта нарун чайва нараттамам Девин сарасватин вясам тато жайо мудире Шанкиртане кишна катху падеше Гаурия патрашо пракасане ча Садану ракта гуру бхакти юкта Бхакти Прамадакша Джагод Баруна Дейям Сада Парибхавагна Бхавишта Духам Тетас Падам Сива Виринчанутам Сараньям Витатихам Панатапал Бхавад Дипутам Банде Махапурушате Чаруна Равиндам Ятпада Паллавана Качандамани Чатая Биспуржи токима пигоповодушва дарши, Пурнану рагора сосагора сарамурти, Сарадхикамай када кипам курси. Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда, Сиаддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Бинда, Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда, Сиаддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Бинда Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Аджану ламбита бхужау канука бодату Шанкиртанай капитару камала айатакшау Вишамбару дижавару джугадхарма палау Банде джагат приякару Каруна бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Бандито Дипа Рупам Бхуктинча Муктинча Дада Синитам Бхавануруппенна саданаранам Ганга таранга рамания джата калапам Гаури нирантара бивуши табам бхагам Нараяну приямананга мадапухарам Варанаси пурапати бхаджави шанатам Ваги саджушо бадане лакшмир джасвача бакшаси джасьясте хидае самбид твам нишингам ахам бхаджи Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.
Савай пунсам пару дхарму, яту бхакти радхакшае, ахитуки апритьятая ятмасу прасидати. Савай пунсам пару дхарму, яту бхакти радхакшае, ахитуки апритьятая ятмасу прасидати. Гаурия Гоштхипати, Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупада told that when my eyes... Гаурия Гоштхипати, Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупада сказал, что когда мои глаза больше не хотят смотреть ни на что материальное, и уши не хотят слушать ничего материального, отвергают такие мирские звуки, когда мой язык не хочет говорить ничего материального, всегда пытается обрести вкус Кришна-намы, стремиться к святому имени. И это тот самый момент, когда я могу обрести, почувствовать вкус, обрести вкус к апракрита-джагату, к трансцендентному миру. Материальные люди не понимают, что такое трансцендентный мир. Они совершают баджан. Они пытаются принимать брахмачари, обеты, саньясы, но следуют какому-то смешанному пути. Но они не знают, что такая процедура смешения всего подряд не одобряется. Хотя и вот смешивать все подряд в одну кучу не одобряется. Абсолютный баджан может помочь нам продвигаться вперед, иначе мы не сможем совершить никакого прогресса. Должно быть какие-то странности, почувствуем. Внешне может можно что-то делать на показ, но внутри не будет чувствоваться никакого прогресса и продвижения. Сейчас можно наблюдать. Мало кто может говорить об Абсолюте, находясь на абсолютном уровне. Если кто-то хочет говорить об Абсолюте, он сам должен достичь того абсолютного уровня. И не достигнув этой абсолютной платформы, у нас нет права говорить об этом Абсолюте по-настоящему. Конечно, можно пытаться, но толку от этого. Какие-то материальные звуки только в форме харикатхи будут, могут быть. Савай пунсам паро дхармо, абсолют дхарма. И вот абсолютная дхарма, савай, нищитамева. Affirmative. Савай пунсам паро дхармо, яту бхакти радхакшаве. So that you can develop your unconditional devotional mood. И вот чтобы развить абсолютно безусловную преданность тому трансцендентному Атхокша-Джавасту, есть два вида, два пути. Первый – Акша-Джавасту, то есть вообще два пути – Акша-Джавасту, два этих, как не пути, а эти явления, вещи – Акша-Джа и Атхокша-Джа. То есть акша-джа — это материальное, а атхокша-джа — трансцендентное. Мы о материальном можем что-то ощутить, изучить, но о трансцендентном там другое, это другое. Если кто-то говорит о трансцендентном, не имея понимания, осознания этого, то его слова не будут нести никакой силы. И мы должны говорить только то, что осознали, а осознание нельзя купить на рынке. Осознание возможно только по милости чистых садхугуру вайшнавов, только по абсолютной милости чистых садхугуру вайшнавов
мы можем обрести осознание. И вот Гокишодас Бабаджи Махарадж засмеялся однажды. Кто-то хотел узнать о Рупануга Баджане, Рагануга Баджане. И Бабаджи Махарадж, он ничего не ответил, поскольку чистые преданные, когда не смотрят на кого-то, они могут осознать положение того человека. Это автоматически. Те, кто самосознавший себя душой саду, когда не смотрят на кого-то, они могут понять положение. Автоматически они могут понять. И вот, он сказал, что у него нет времени, потом приходите. И так несколько раз так говорил, этот человек, он надоел, и он ушел. И Бабаджи Махарадж говорит, такие люди не могут потерпеть даже потерю одной копейки, как они собираются совершать Рупануга Баджан. Как это возможно? У них есть деньги, могут пойти купить что-то на рынке, какие-то книги. Книги продаются разные. И вот Бабаджи Махарадж говорит, что они могут пойти на рынок, купить книжек, но осознание, где они обретут? Осознание, понимание всего нельзя купить на рынке. И таким образом мы видим, что трансцендентно материальными органами чувств нельзя познать. И вот мы можем что-то сказать о Джахнаве Такуране, о Сиде Такуране, о Рама Шакти Сиде. Но перед тем, как говорить что-то, можно кто они, как понять их. Есть много противоречий, каких-то мнений, запутанностей, споров насчет их. И кто-то говорит, в начале всего, и с материальными органами чувств, материальными умом, материальными мыслями, я не могу понять ничего трансцендентного. Мы слушаем от Гуру Вайшнав, вроде трансцендентного, но что-то трансцендентное, но что? Что такое апракрита? Апракрита значит материя, а апракрита значит буквально антиматерия, нечто противоположное, как день и ночь, хорошее, плохое, все такое противоположное. Так и апракрита — это противоположная материя. И таким образом материя, если есть материя, значит антиматерия должна быть. Это называется апракрита, нечто трансцендентное. И как это все понять? Просто логикой. Conception of man, woman, this kind of dirty thing can arise. Какие-то материальные вот акшаджавасту и адхокшаджавасту. Шрила Прабхупад часто говорил об этом. Акшаджавасту значит материальные вещи. Все, что мы можем видеть или не можем видеть в этом бесконечном мире, все это материя. Трансформация шакти, майя шакти.
Шакти может быть конвертирована в материю, материя в шакти. И теория относительности вот в этом заключается. И вот материя, можно видеть во всем этом материальном мире бесконечное число этой материи и всего материального. Акша Джавасту значит, нет никакой стабильности. Сегодня это есть, завтра уже этого нет. Кто-то родился вчера буквально, и вот вырос, созрел, постарел. В теле, тело меняется со временем, каждый день меняется. И вот материальные объекты, они всегда меняются, стареют. Паринати на санскрите. Но в трансцендентном мире нет такого. И вот акша-джавасту значит, любой объект в этом материальном мире, это акша-джавасту, он разрушится в процессе сегодня, завтра или через тысячу лет или какое-то время. Все материальное разрушается, и ничто нельзя с этим поделать. Но адхокша-джавасту — это нечто другое. Адхокша-джавасту имеет нечто трансцендентное и в любом состоянии не теряет своего положения. Это называется ачюта. Ачюта — то, что нельзя сместить с его положения. Чюта значит переместить куда-то, а чюта никогда не меняет своего божественного положения. Это называется адхокша-джавасту. Джива Госвами Пад Сандарбха пишет, что определение адхокша-джавасту. И вот Джива Госвами Пад пишет в Сандарбхе такие слова. If you endeavor, if you try to express some audacity to know Aprakita Vastu, I can know. I am Pandit, I know everything. Then you can simply can get a kick and go back. Yato vacho nivartate aprapa manusasa. You cannot get that Aprakita Vastu. И вот обрести нечто трансцендентное своими материальными попытками, усилиями, образованием, властью, деньгами, всем материальным, что у нас есть, нельзя. Можно бросить вызов, но это будет безуспешно. И вот все наши материальные попытки, усилия, материальные идеи, они этим трансцендентным будут отвергнуты. И это зовется адхокша-джавасту, что с помощью материального нельзя познать это все. Все наши материальные знания, если мы подумаем, все знание, что нам есть, что мы получили в своей жизни, все образование и все остальное, мы можем подумать, что все, что знание, которое мы обрели,
с помощью наших органов чувств. Даже ученые. И вот имя, имя названия этого исследования Гавешана на санскрите. В смысле, слово «исследование» значит «гавешана». На английском «research». Вот санскрит и бенгали — более научные языки, поскольку у них есть значение внутреннее. Почему этот звук таков? Любое слово имеет какую-то научную причину, санскритский имеет в виду. И вот гавешана. Если я объясню в соответствии с санскритской грамматикой, мы можем найти го плюс эшана. Го плюс эшана значит гавешана. Го значит все наши органы чувств. Говинда. Вот го юкта эшана. С помощью материальных органов чувств, материального ума, сознания, которое у вас есть. By repeated deliberation, that is called actually gavishana. Это называется гавешана. It can proceed gradually. I mean by the application of the sense organ and brain, whatever knowledge you are going to collect finally, when you are doing some research job, and it is very clear. Research means вот исследование. Нужно начать с чего-то, пытаться выяснить причину. И вот я пример могу привести, как моя душа думает снова и снова. Объекте нашего исследования, вот, например, семья Кюри. Они ученые были. Они peach blend from one company, waste product, they throw peach blend. And from peach blend, they collecting peach blend. Day and night, they are, you know, they are setting fire. Finally, after that, they are going to get some very small amount of uranium. В общем, они какие-то отходы производства купили, а потом их переплавили как-то и извлекли немножко урана. И вот они исследовали его свойства. И вот ночью, ну, на ночь они положили этот кусочек урана в стол, и случайно там была пленка фотографическая. И с утра, когда они открыли стол, увидели, что на этой пленке, она новая была, не использована, и вот увидели, что там какие-то лучи света надо. На второй день опять положили туда, увидели тоже, какие-то лучи света там образовались, какие-то следы, и вот подумали, может, какая-то радиация с этого урана. И начали как-то возможно, и вот они начали исследовать его свойства и открыли альфа, бета, гамма излучение. So
И вот с помощью материального ума можно какое-то материальное знание как-то обрести по каким-либо наукам. И вот это материальное знание мы собираем, получаем какой-то материальный опыт с помощью своих органов чувств. Но это все знание, весь наш материальный опыт, он ничем не поможет нам в обретении трансцендентного. Только избавившись, отвергнув все материю, все материальное знание, можно прийти к Шриле Прабхупаде, один доктор наук. Однажды пришел к Шриле Прабхупаде. Первое, что сказал ему Шрила Прабхупад, все знания, все исследования, все степени, которые получили, идите, выкиньте их в мировой океан, в Тихий океан. И после этого приходите ко мне. Он был удивлен, что он говорит. Это, мы такого никогда не слышали. То есть смысл в том, чтобы полностью отказаться от всех материальных представлений, прийти с чистым умом к Гурудеву. И тогда мы можем узнать что-то трансцендентное. Но не все могут отказаться от своего прошлого материального опыта. И далеко не все могут встретиться с таким подлинным Гуру Вайшнавом, который может дать им точное знание бхакти. Это называется Паропакар, наивысшее благо, которое я могу сделать для вас. Это изменить ваше сердце и дать вам понять то, что до сегодняшнего дня вы шли в неправильном направлении и нужно идти в правильном. Я могу помочь обрести вам бхакти. Это лучшее, что я могу сделать для вас. Это называется Паропакар. Я никогда не занимался никакой дживахимсой, насилием над живыми существами, враждебность. А что такое дживахимса? Это обманывать людей, вести их в неправильное направление, не рассказывать о Харибаджане. И вот я этим никогда не занимался, поэтому некоторые недовольны мною. If you have your desire of puja pratishtha, you can fear inside heart. You can fear because you need na lak puja pratishtha, money position. So how you can speak? You cannot speak. So you can fear. You cannot speak about the absolute. И вот и мало кто имеет смелость говорить об абсолютной истине. Многим проще обманывать людей. Если кто-то обманывает людей и ведет их в неправильном направлении, то такие люди будут наказаны. И вот Адхакшаджавасту. Надеюсь, вы поняли, что это такое. И вот два известных ачарья. Два известных ачарья. Первое это Джахнавата Курани, а вторая Рама Шакти Сита. И вот их день явления будет сегодня. И каков признак ачарьи? Думали ли вы когда-то об этом? И когда вы начали думать об этом? Какой главный признак ачарьи? И как вам понять, слышав два этих звука от саду? Буквально два слова от саду. Как понять, что он подлинный ачарья, хотя он может не действовать, но не занимать пост ачарьи, но быть по сути ачарьей. Как это понять? Нужно обрести внутреннее видение, внутреннее духовное видение.
И вот с помощью которого, если вы слушали какую-то харикатху, вы поймете, кто есть кто, где кто-то издает какие-то материальные звуки. Там могут быть тысячи слушателей, но можно, если у вас есть это духовное видение, вы поймете, кто есть кто и что есть что. Одного звука, буквально одного слова можно понять, кто говорит о каких-то материальных вещей, не имеет связи с гуру парампары. И поэтому не сможет обрести духовной силы. И вот если у каких-то гуру и организаций нету связи с гуру парампарой, да, очень часто видно сразу, ну или там вскоре выясняется, просто послушав их, сразу видно, чем они занимаются. Обычная коммерция. Обычно так, ну, такие развлекательные организации, которые под видом религии, под видом духовности обманывают людей. Simply because there is no popularity. Popularity. Еще популярность — это одно. А харибаджан, харикатха — это другое. Вместе нельзя их смешивать. Если кто-то стремится к популярности, то баджан уже не сможет совершать. Если кто-то хочет поддерживать высокий стандарт харикатхи, ачаруны и всего остального, никаких компромиссов. Я могу помочь вам, если вы по-настоящему искренне и серьезно. Если нет, то нет. И таким образом это невозможно, чтобы понять, что такое Сиддханта Вичара, что такое какие-то материальные слова. То есть нужно видеть разницу между материальным и духовным. Кто такой Ачарья, каковы его признаки. И вот, вот я годы за годами говорю о гуру-таттве, о сокровенных вещах, но глупые люди не могут этого понять, их удача не столь велика. И вот сила. Прабхупад говорит, что чья-то удача бывает сожжена буквально. И поэтому никакого блага они не обретают. Без... Есть много, я говорил много сиддханта о гуру-таттве, вайшнава-таттве. Но кто, но не все хотят достичь Бхагавана. Not a matter of joy. So the first symptom of acharya. So many sasana. И вот первый признак ачарья. То, что можно видеть, Шрила Прабхупад говорит, если вы посмотрите на подлинного ачарью, подлинного саду, вы увидите все отличное, необычное. Его взгляд, его речь, его Сиддханта Вичара, его действия, его поведение — все необычно. И почему необычно? Поскольку некое буквально божественное вдохновение. Как некое такое бхакти, некое вдохновение такое, какая-то сила свыше действует через него, какое-то чувство внутри, божественное чувство.
материальных вещах, они не думают. Шрила Прабхупад говорит, признак саду можно найти. То, как он говорит, думает, действует, все его действия необычны. Нечто особенное. И некий авеш буквально. Шакти авешаватар, но некая божественная сила буквально действует через него. Что значит шакти авешаватар? Какая-то шакти дается Бхагаванам, какой-то дживе, и она действует с помощью этой силы, данной Господом, как Парашурама, например, шакти авешаватар. Ришабхадев и остальные. Но Шактивиш — это нечто отдельное, есть много категорий, как Вьясадев Госвами тоже Шактивиш Аватара. И вот Вьясадев Госвами написал так много шастр, но они вечно присутствует, он просто явил их миру, записал их. И вот день и ночь можно увидеть, что саду имеет такой авеш, ну, как будто нечто божественное действует через него, как будто он погружен в глубокий океан, глубоко погружен в какие-то мысли. Его действия, речь, то, что он пишет, дает какую-то особенность. Это путь, чтобы понять, как я говорил, что кто-то, какой-то профессор, доктор, и вот глава Калькутского университета по лингвистике, это еще в то время, лет 70 назад, когда стандарт Калькутского университета был не хуже, чем в Оксфорде, или дальше, или далее, или даже больше. Даже Эйнштейн он опубликовал. На своей теории относительности Нобелевскую премию с каким-то индийским ученым по фамилии Босс он опубликовал. Ну, его получил вместе с ним. Ну, в общем, Калькутский университет был высокого стандарта очень. И вот во всем мире, если вы нейтральны, вы можете понять, да, действительно, можно найти, куда бы мы ни шли. Видите, деградация происходит везде, все становится хуже, ниже качеством, и деградирует, упадок везде, в общем. И не все даже помнят, что это не вопрос борьбы. Это вопрос нашего выживания, нашего подлинного «я». Но кто-то забывает, вы заняты какой-то политикой, каким-то принадлежностью, каким-то организациям, асаду, он вселенский. Не какой-то политический принадлежность с какой-то конкретной организации. Мы должны подумать не о каких-то корыстных интересах, а о нашем выживании. Мы не должны ради чего-то дешевого жертвовать чем-то ценным. И of seva.
И вот саду всегда погружены в севу. Можно видеть, они всегда погружены в служение. И вот человек может действовать как ачарья, или женщина не может действовать как ачарья. Я не говорю об этом, Сиддханта в том. Это не вопрос, женщина или мужчина. Махапрабху уже сказал. Рамананда Рай — это ачарья всего мира, даже полубоги могут принять у него прибежище. Им даже не нужно идти к Брихаспати. Они могут принять Рамананду, Рупу Санатану в качестве гуру, Рагунанда Сгасай, Джива Гасай. Почему не теряют свое время? Поскольку они не могут совершать Харибаджан. Кто будет, может вести нас, потому что много всяких гуру, которые только грабят учеников. Тот, кто Кришна, Таттва-Ветта, тот, кто знает Кришну, тот и есть гуру. Но из-за какой-то сокровенной причины, почему женщине не позволяется действовать как дикшагора, то есть они могут говорить харикатху, но на висасе не могут сидеть или могут руководить, а дают давать какие-то наставления другим. Это все не могут делать. Могут действовать как ачарьи, но единственное, посвящение раздавать не позволяется. И в Упанишадах и вот описывается, что какие-то матаджи имели огромное общение, знание даже риши. Даже были матаджи какие-то риши, они совершали баджан, они проявили какие-то мантры увиденные, какие-то мантры явились им, и они записали их. И это тоже возможно, поскольку они за пределами материальных концепций. Но не все могут избавиться от телесных представлений о жизни. В Ману Самхите, Бхаратрадж Самхите, там описывается, но почему женщины не могут мантру давать людям, но помогать людям, вести их, руководить они могут. Но Джахну Такурани, Хималату Такурани, Гангамат Тутакурани, Сита Такурани мы не можем сравнить с обычными людьми. Как Адвайта Гасай жил семейной жизнью, Шивас Пандит тоже. Шивананда Сен, Шрила Бхактивинода Такур. И вот одна жена у него умерла, кто мог заботиться о детях, и вот он женился еще раз. И как по там станция была Джадпур, вот оттуда Бхагаватима, Шрила Бхактивинода Такур женился еще раз. Если же Шрила Бхактивинода Такур был успешен в том, чтобы совершать Бхагавад-севу, поскольку он вечный спутник Бхагавана. И вот он был всегда занят разными видами служения, работой. Я работал на английское правительство, причем такое, на высокой должности. И внешне даже можно видеть перед тем,
как он принял прибежище в лотосный столб Гурудева, он писал замечательные книги, как это возможно. Не приняв прибежище у Садгуру, никто не может проявить трансцендентное знание, как это возможно. Шрила Бхактивинода Тхакур написал множество книг до того, как принял, получил посвящение. Теоретически это невозможно, только по Гуру Крипе это возможно, но это говорит о том, что он уже был вечным спутником Верховного Господа, и то, как он принимает прибежище у какого-то гуру, это как, ну, как драма, как театр, ну, как, ну, ну, для формальности. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур жил семейной жизнью, Шивас Пандит жил семейной жизнью, Шивананда Сан тоже жил семейной жизнью, и все, или почти все спутники Гуранги Махапрабху жили семейной жизнью, но будьте уверены, что их семейная жизнь не такая, как у вас. Их дети, жены. Говорится, Шрила Прабхупад говорит. И вот дети Шрилы Бхактивинода Тхакура — это проявление Сандини Шакти. И если кто-то вот Джахнава Такура, они необычная женщина. Ганга Мата Такура, они тоже. Хималата Такура, они тоже необычная женщина. Сита Такура, они необычная женщина. Шачимата. Может, или Лакшми Прия, Вишну Прия, они тоже необычные женщины. И такое, такое мы не должны думать, что они обычные люди, они сварупа-шакти Бхагавана. И в различной форме они проявляют, такие лилы, чтобы насытить эту гору лилы. Вот Джахнава Такурани, Васуда Такурани, они обе дочери Сурья Дас Пандита. Гори Дас Пандит и Сурья Дас Пандит, они жили в Калне. И вот они были необычными дочерьми. Вот он думал, кого же, кому же их предложить в качестве жен. И в итоге во сне он понял, что они Шакти Нитянанды Баларама. И во сне он понял, что Нитянанда Прабху явился в Калне, принял этих двух дочерей Ревати и Варуни. Ревати Варуни в обычной форме и на Рагануга Марге, если мы будем думать, то обнаружим, что Нитянанда Шакти Джахнава Такурани — это Ананга Манджари. И вот Джахнава Такурани, Ананга Манджари, младшая сестра Радхарани. И вот Нитянанда Прабху и Джахнава Такурани не отличны друг от друга. Они, нельзя сказать, что они обычные люди в трансцендентном мире. Шакти, Шакти Мато Абьет, в соответствии с Веданта Татва, Сиданта Веданте, можно найти Шакти, Шакти Мато Абьет.
Шактиман и Шакти, Нитьянанда Прабху, и его Шакти не отличны друг от друга. Хотя мы можем найти их в форме Джахну, Такурани, как Радхарани, не отличны от Шри Кришны, хотя внешне можно найти Радхарани в форме. Но все же они не отличны друг от друга. Шакти к Шакти Матурабьет. И таким образом Нитьянанда Прабху внешне женился, но мистерия за этим. Гауранга Махапрабху женился. Лакшми Прия Деви, она ушла из тела, имеется в виду, потом на Вишну Прия женился. И все это лила. И вот эта сокровенная лила. Вишну Прия Деви пришла в жизнь Гауранги, это вечная, она вечно присутствует там. И вот, чтобы помочь этой Гауранге лиле, чтобы ее усилить буквально, Випаламба Бабу, насытить. Вот Вишну Прия Деви — это олицетворение Випаламба Бабы. Так или иначе, она тоже ачарья. И наша Джахна Такурани, она тоже лучшая из ачарьи. Если буду говорить о ней, это займет долгое время с различных точек зрения, не нужно обсудить ее, но времени мало. И вот Джахна Такурани, после Нитьянанда Прабху, как они вышла замуж за Нитьянанду, Нитьянанда, он... Вот после Баракпура, там Карда или Кардаха, и вот там уже найти, там Шрипат Нитьянанда Прабху. И вот и Васуда Мата Такурани, это младшая сестра Джахнава Такурани. Джахнава Мата Такурани — это младшая сестра Васуда. И вот она дала нам Вирабхадру. В смысле, сын я был Вирабхадру. С помощью Васуды у нас появился Вирабхадра Вирачанд. Кто? Ну, кто-то из Вишну Таттвы. А Джахнава Такурани, она всю жизнь действовала как ачарья. И что я хочу сказать, что Бамши Вадананда, я говорил о нем, и вот внук Бамши Вадананды, его зовут Рамай. Бамши Вадананда принял решение прийти в форме внука. И вот перед тем, как оставить свое тело, сказал, что я оставляю тело и явлюсь опять как сын моего сына. То есть собственный внук. И вот он явился как Рамай. И однажды Джахнава Мата Такурани пришла сюда в новую даму. И вот это очень такие обширная тема, их мало кто знает обо всем. И вот Джахнава Такурани, она пошла в их дом и сказала Чайтанья Дасу или сын Бамши Вадананды.
И вот Джахнамата Такурани сказала, что Чайтанья Даса, что твоя жена родит двух сыновей, могущественных, прекрасных сыновей. И потом она ушла, и действительно, через какое-то время два сына родились. Джахнамата Такурани пришла спустя долгое время и взяла Рамая, сказала, что дай мне одного своего сына. И вот вам Шивадананда пришел так в форме Рамая. И Джахнамата Такурани, она заботилась о нем. Как в случае с Вишнуприя Такурани. Она заботилась о нем. И вот Джахнамата Такурани, она с Адвайтой во Вриндаван ходили в воде, и вот в итоге она этому Рамай дала дикшу, мантру, все дикша мантры, и с Вриндавана Джахнамата Такурани, она привела Кришну, Баларама, этих двух божеств, можно найти здесь, в Бхагнапаре. Станция такая есть, и там я был достаточно давно, лет 20 назад. Однажды посетил это место, там Кришна Баларам. И вот Кришна Баларам пришли из Вриндавана, из Джахнамата Такурани. И вот с тех пор Бхагнапара, эта парампара началась авторитетно. И вот потом что-то случилось, не могу ничего сказать. Джахнамата Такурани. Но потом, что случилось, не хочу говорить об этом. Это другая история. И внешне Шрила Бхактивинода Тхакур получил дикшу с той парампары, но это просто формальность была. Если я спрошу, что Гокишодас Бабаджи Махарадж, он Гунаманджари. А Шрила Прабхупада Найна Мани Манджари. Кто кому дает посвящение, если я спрошу вас. И вот иногда материалисты спорят. Смотрите на настроение. Махараш иногда на другую тему переходит в процессе, потом возвращается. Но это все связано косвенно. И вот Вриндаванадас Тхакур, он тоже писал однажды что-то, там сказал, что здесь я заканчиваю, кто-то за меня впоследствии продолжит. И вот читание Бхагавад — это сердце Гаудия, Гуру Вайшнава. Те, кто подлинные Гуру Вайшнава, они их все действия, все в соответствии с читанием Бхагавата. Там есть все, вся Сиддханта. Но все же Кришнадас Кавираджа Госвами написал, что я никто. Я жую остатки пищи, оставленные Вриндаванадас Тхакуром. Ну, смотрите. Каков стандарт читания Чайтамриты? Великие ученые не могут понять. Очень сокровенный Сиддханта, без милости Гуранги Махапрабху никто не может понять. И вот сейчас мой суть в том, если кто-то спросит меня, что Кришнадас Кавираджа Госвами, он Вьясадева, и он поклоняем. И Кришнадас Кавираджа Госвами каждую часть секунды он молится Вриндаванадас Тхакуру.
он говорит, что все происходит по его милости. Но если я задам вопрос, то если Вриндаван Дастакур, он тот Вьясадев, который пришел в форме Читания Бхагавата. И Кришнадас Кавирас Госвами, он Кастури Манджари. Приянарма Сакхи. Если я задам вопрос, чье положение лучше? И Вриндаван Дастакур Махашу, его положение лучше, чем его или Кастури Манджари лучше, если их сравнивать, ну, не нужно сравнивать. Нехорошо это. И хотя положение Кришнадас Кавирадж Госвами очень высоко, даже вечные спутники Радхарани, Кастури Манджари, сама Радхарани провозглашает. И Радхарани, она сказала перед Вишванатха Чакравати Падом, когда он беспокоился и не мог понять, что, каково значение Кама Гаятри, Кама Биджа. И Радхарани пришла. Она сказала Вишванатха Чакравати: «О, Харивалав, чего ж ты постишься? Вставай». И Кришнадас Кавирадж, он мой Приянарма Сакхи, Кастури Манджари. Она не может совершить никакой ошибки. И вот она посчитала, что здесь 24,5 слога. А как на какой основе? И вот есть книга, вот этот Махарадж произнес его там пол. Что за полуслога, как это возможно? Но в санскрите вот есть такое явление, когда какой-то пишется что-то на санскрите, нужно ритм поддерживать. Там анусара и висарги не считаются, но их вот за половину посчитали. Ну вот как Гураха, вот в конце Висарга. И вот Радхарани сказала, что она, это Приянарма Сакхи, правильно все почитала. Вьясадев, он Шакти Вишаватара. Внешне, если мы посчитаем, положение Кришнадас Кавирадж Госвами очень высоко, но все же смотрите, насколько он смирен. И вот читание Бхагавату, читание Чайтамриту мы должны каждый день читать хотя бы страницу. Это наставление Шрилы Бхактивинода Тхакура. И вот смирение — это основа Харибаджана. Но это не значит, что мы должны прекратить говорить об абсолютной истине и начать врать или льстить кому-то из-за смирения. Это лицемерие будет, а не смирение. Вот Шрила Прабхупад говорит, и вот читание Чайтамрити. Вот это стих Кай Манавакхи. То, что умом, телом и речью мы не должны причинять никому никаких беспокойств и боли. Но Шрила Прабхупад говорит, что это не значит, что мы должны прекратить говорить об абсолютной истине из-за того, что это кому-то не нравится. Мы не должны злоупотреблять. Вот Шрила Прабхупад говорит, что мы не должны злоупотреблять этой шлокой и оправдывать то, что мы ничего не делаем. Я не следую этому, поскольку я должен помочь людям обрести бхакти. Поэтому я должен говорить об абсолютной истине без всякого стеснения и страха. И вот Шрила Прабхупад говорит, что под именем этой шлоки написано читание Чайтамрити. Я ее понимаю так, что я должен говорить без страха,
об абсолютной истине, поскольку хочу помочь спасти людей, поэтому не могу говорить о лжи, даже если она приятна людям. И вот Шрила Прабхупад говорит, что под именем этой шлоки то есть ей не нужно злоупотреблять, чтобы прекращать говорить об абсолютной истине. Хотя абсолютная истина может очень горька быть, но и неприятно многим, но все же мы должны слушать, если мы хотим достичь Бхагавана. И вот Джахна Мата Такурани, она отправилась во Вриндаван, много случаев. Все ачарьи, как Джива Госвамипад, и вот Джахна, Мата Такурани, они все кланяются, приносят свои полные распростертые поклоны лотосным стопам Джахна, Мата Такурани. И вот сегодня Джахна, Мата Такурани, она посетила много мест, Гаватхан и прочие святые места. И вот она... И вот в Абегауне, там Расастали, это место Баладауджи Махараджа. И вот там Джахна Такурани, когда была там, она находилась там в таком необычном состоянии, она памятовала Баларама. Когда Баларам Нитьянанда, они не отличны друг от друга. И вот она памятовала ту Расалилу и упала без сознания. И прочих много вещей случалось, и в итоге Джахна Такурани пришла из Вриндавана, так много вещей. И вот она вернулась из Вриндавана, и Джахна Такурани, она дала посвящение нескольким близким ученикам. И какие-то цари тоже получали посвящение у нее, но это не значит, что мы можем позволить всем матаджи раздавать посвящение. Это не та система. Их случаи совершенно отдельные. Или, как смотрите, для Гангаматы, так ранее сам Джаганатх явился, даже и сама Ганга, и ради нее Джаганатх, он проявил Гангу, поскольку Гангамата Такурани хотела пойти в Бенгал, чтобы принять омовение в Ганге, а Джаганатх сказал, зачем тебе надо, вот сейчас Ганга из моего ногтя явится и можешь жить здесь и принимать омовение хоть каждый день, действительно. Поток Ганги явился из ногтя Джаганатха, и Гангамата Такурани, она этим потоком воды была унесена в храм Джаганатха. И вот много случаев таких. Думаете ли вы, их случай похож на ваш? Что вы думаете? Даже в Ману Самхите, те, кто живут своей жизнью домохозяина, если не изучат Ману Самхиту, на него удивятся, сколько там всяких ограничений, правил, предписаний, вот такая книга. И вот Ману дал такие предписания людям. Вот люди заняты какими-то аргументами. И вот я
И вот пару месяцев назад и вот мы должны следовать тому, что сказал Шрила Прабхупад, но это очень сложно, недалеко. Там мало что далеко, редко кто может. Ну, хотя бы чему-то должны следовать. И вот Джахнава Мата Такурани, она... участвовала в Кхетури Утсаве, это самый крупный, вечно, ведь, как сказать, такой самый крупнейший, которого никогда не было до и после Кхетури Утсав. Он был такой невиданный ни в прошлом, ни в будущем, ни в настоящем. Никто не мог повторить этого. И такой вайшнавский фестиваль был там, все вайшнавы. Из Вриндавана, Пуршоттам, Кшетри, Наудибдхамы, все собрались. И Джахнава Такурани под руководством Джахнава Такурани этот фестиваль начался. И вот Джахнава Такурани, она была ачари. И под руководством Джахнава Такурани весь этот праздник произошел, шесть пар божеств установлены именно в этих божеств в книгах. Вот. И вот Джахнава Такурани готовила, там была тем шеф-поваром, буквально руководила всем, Шринивасачарья, Рамачандра Кавирадж, Наутам Такура, Шимананда Прабху, все они там, и Гуру Нитьянанда явились там, в Киртане. И в Киртане Гуру Нитьянанда явились, танцуя. Можете ли вы представить, Гуру Нитьянанда явились там. И вот не пытайтесь, мы должны следовать Гуру Варге, это более практично. И я вот недавно писал Сиддханту, показанному Махапрабху, я знаю, что кто-то может много чего сделал, но кто? Отвергнет вас. Ну, какие-то люди, в общем, сделали что-то много, даже если сделали, но то, что они сделали после, можете испортить всех прежние заслуги. Как можно совершать баджан хорошо всю жизнь, но если совершили вайшнава парадху в конце жизни, то на все испортит. И Махапрабху дал пример очень практичный, я думаю, этого примера более чем достаточно. И вот Махапрабху говорит, если есть горшок прекрасного молока, можно параману приготовить или еще что-то. Но если кто-то капнул даже одну каплю вина в это молоко, то Махапрабху говорит, и и вот Читани Читамрити, вот это вот стих этот, что все молоко испортится таким образом. All your life you are doing everything, but now you started criticizing Guru Vaishnava, all is fine. И вот так же, если кто-то начинает критиковать Гуру Вайшнава, то всего, весь баджан, все его прежние заслуги, они обнуляются. Whatever you have done so many things I know.
quiet due to one thing, because he wanted to speak all rubbish against pure Guru Vaishnava, Siddhanta Vidya. This kind of word you cannot use it. It's impossible. Mahaprabhu can never excuse him. Vaishnavas, и вот Махапрабху не может простить тех, кто оскорбляет вайшнавов. Мы не должны пытаться исправить вайшнавов. Вайшнавы уже совершенно. Then is a Siddhanta, countless Siddhanta you speak from different Sattva, Chaitanya, 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 Srimad Bhagavatam, countless. I'm going to write one book. I wrote one book 12 years ago. Где-то 12 лет назад от имени Сарасвати Гаудия Санги эта книга была как подобно атомной бомбе на Бенгале. Nobody could speak even one single word. Because I writing all right, exact. I told all your brain can put together and give answer to this book. Protestant, they couldn't give. 12 years gone. If you understand Bengali and if you have done triple MA and have already have some association of Vaishnava, then you can realize. Book is too tough. В общем, сложная книга для понимания, но называлась. The name of the book was. Не враждебность, не вражда, а решение. Мы хотим найти решение. Ну, так не книга в адрес кого, то есть те в адрес кого он писал, что 12 лет прошло, ничего не ответили. И вот Баларам сказал, дрёт они те, кто очень горды собой, думают, что деньги это все, они не хотят найти какое-то решение. You are sitting on emulsion, you know, gula varu, gula, or you know what is called, you know, all bomb, bomb, you know, inside bomb, there is some potassium on this, so many things are there, composition, the varu, it's very explosive material. You are sitting on a hill. Of explosive material. Anytime explosion can take place and scatter it. You write my word in diary. Ну, в общем, эта ситуация сравнивается, что если кто-то сидит на пороховой бочке и что-то пытается зажечь что-то там. So, salvai pungsam parudharmo yato bhakti radakshaye ahitya pratyata jayatma su prasidati. Also, I can speak some two words. И вот хочу сказать несколько слов о Рама Шакти Сита Деви. Она вечная Шакти Рамачандра, Рама или другого аватара, исходящая из Баладева. То есть Баладев является формой Санкаршана. И прочих ипостасях Карнарвасаи. Karnavasai first, after that you can find Garbhadagosai, after that Kiradagosai, all here. So, in each и вот в каждой Брахманде все различные аватары явились из Гарбхадагосай, Вишну, от Баларама. So, Рамджи, и вот Рамджи, он не отличен от Кришны, но все же отличен. Относительно Лилы. Here actually Sita Devi. И вот Сита Деви. You should know something about Sita. Now I have no time to speak all in details. Someday I can speak. Sita Devi is a. И вот Сита Деви это вечная Шакти Рамачандра. All Shakti are different avatar coming according to their lila. И вот according to lila of Nishimha Devi. В соответствии с лилой все являются.
в той или иной последовательности или в том или ином месте, вот Варахадев явился, Лакшми Вараха явилась. Не, ну, отличное, не всегда одинаково. Лили Лакшми Нарисимха в соответствии с их уровнем и лили. Потенция, энергия Господа является, и вот энергия Господа Рамы, Дашаратханандана, Рамачандра. И вот Ситадеви явилась, чтобы насытить всю эту лилу, поскольку вклад Ситадеви мы не можем забыть, поскольку если бы не было Ситы, это Равана, дружба с обезьянами и прочие лилы не проявились бы. И вот Ситадеви не столь глупо, как кажется. Просто для насыщения лилы делает те или иные глупости. И вот Ситадеви — это дочь Джанакараджа, Джанакпури, с Митхилы, с рядом с Раксаулом. Около Непала, ну там где-то около границы с Непалом, Митхила, лет 35 назад Махарадж там был, давно достаточно. И помню. И вот час ночи до Раксула доехали, там полиция что-то искала. Жить негде было, там что-то случилось, и полицейские нам помогли как-то. Давно уже, может, лет под 40 назад было. И вот с Раксаула можно в Непал, там пешком 5 минут. И Митхила, это было очень важный центр образования, особенно Ньяя-шастры, логики, Навадвипа, Митхила, Варанаси, все эти важные вещи, места образования. И вот Митхиле Ситадеви родилась, но ее явление было необычным, поскольку Джанакарадж, он обнаружил ребенка на чем-то остром он ее обнаружил, и вот он взял ее и принял ее как свою дочь, как Ситадеви. Жена Панчапандавов, Драупади. Она тоже из огня явилась, матери отца, ее никто не слышал, не видел никогда. Из огня она явилась. И Ситадеви тоже явилась так. Ну, а этот Джанакарадж, царь местный, принял ее как свою дочь. И вот это великолепные такие шакти, и благодаря Ситадеви эта лила Рамачандра так стала насыщена. Она была похищена Раваной, тоже Раван был убит потом, Ситадеви была освобождена Рамачандрой. И Сиддханта Вичара в том, что Сита не могла быть даже теоретически похищена. Похищение Ситы невозможно. Махапрабху говорил об этом. Раван не мог даже видеть эту Ситу. Не то, что похитили. Махапрабху говорит Бравану в Южной Индии, который совершил Рамбаджан, что ж ты беспокоишься, Ситадеви была похищена, нет? Даже Раван не мог даже видеть Ситадеви, как это возможно? Это была просто тень Ситы, а подлинная Сита, она ушла в огонь. Она в огне
в этом агонию сохранил все. Поэтому никто ее не похищал. Но все же благодаря Сити мы могли наблюдать множество прекрасных лил. И вот мы молимся о милости Джахну Мата Такурани и о милости Рамашакти Сита Деви.